Изначально кроссплатформа была создана, чтобы игроки PlayStation и Xbox могли играть между собой. При появлении Warzone была добавлена функция отключения кроссплатформы, чтобы консоли могли играть только с консолями. Но для пользователей ПК такой функции не дали. Почему? На данный момент лично я испытываю огромные проблемы от игры с консолью. За последние несколько недель 90% моих смертей — это аимлок и автодоводка от джойстика. Какой бы ни был у тебя крутой аим, ты физически не можешь перестрелять механизм. Механизм, который с вероятностью 100% сделает свое дело. Нет человеческого фактора, нет права на ошибку. В продаже джойстики прошитые под код, с аим-ассистами, у любого топового стримера из Штатов. Цитата Шрауда, который говорит о том, что консоли имеют огромное преимущество. Так вот к чему я это все? Почему нет равноправия? Вы можете не выключать кроссплатформу, дайте нам право выбора. Мы хотим выбирать, играть нам с механизмом или нет.